Ровно год назад, на Пасху, мы подобрали этого бездомного щенка. Щенок дрожал от холода, был запуган, а все его тело было усеяно клещами. Мы его сразу накормили, искупали, удалили клещи и обработали средством от пуль. Оказалась девочкой, и мы назвали ее Сэнди. Сэнди росла очень подвижной и активной собакой. Семья моего сына решила оставить собаку себе. Сэнди отлично ладит с котами. Какая Сэнди была год назад, и вот какая она сейчас.